Знаешь, как хорошо? Я обычно каждое утро просыпаюсь, смотрю, нету Москвы, нету машин, нету метро, нет бешеных огромных масс, которые бегают, даже тебе не улыбнутся и здрасте не скажут. А потому что я живу в Московской области. Понимаешь, вот это большая радость. Здесь абсолютно люди другие. Абсолютно все другое. Здесь климат другой. Вот где мы сейчас находимся, здесь рядышком и семья Пореченковых, и семья Маховиковых, и семья, значит, Сашки Носика и Дениса Майданова. Понимаешь, вот как-то все сюда, наоборот, из Москвы вот вылазят. Так что мы себя подготовили с точки зрения той, что ты проснулся, как в сказке. Москвы нет, правительства нет, тараканы бегают, медведи, как, знаешь, как я приехал в один из штатов в Америке, да, говорю, слушай, а что ты не в шапке приехал? А я, какой шапки? Ну там вы из медведя же шьете шапки. На самом деле, клянусь, это не подколка, да. Они думают, что на самом деле у нас на помойках, у них там собаки бегают на помойках, а у нас медведи на помойках ходят, понимаешь, вот мы такие. Да не, все нормально будет. Запомните одно. Самое главное, чтобы не было войны. А война, она, если будет, не дай бог, это дело 20 минут. Доказано, что если 10 ракет одновременно взрываются, потенциал наш, Америки и всех стран, которые содержат ядерное оружие, это всего будет 10 ракет одновременно взрываются, и Земля выходит с орбиты. Это будет мгновенно все. Вот этого нельзя допустить. Конечно, любые войны не нужно допускать, но если мы будем бояться и мечтать о том, что встали, а везде пустыня, это значит, надо подумать, как ты вчера посидела, с кем ты вчера выпил, или что ты вчера, как в твоем настроении ты уснул.